Здорово, народ, канал Свой Фокс. Мы выдвигаемся на один из домашних водоемов, на небольшой прудик. Вот как прудик озера. На карте он обозначен, река Мовья, населенный пункт Старосырово, Подмосковье. Ловить будем сегодня поплавочку 6-метровая, оснащена леска основная 0.23, поводок 0.1, крючок тройка. Ну и поплавок, громовочка. Основным объектом и целью является у нас плотвичка. Взял я себе болтушку, нарезал корочку и взял опарыка. Опарыш попробуем половить. Посмотрим, что из этого получится. Чего, погнали? Вот такую одну рыбку поймал, просидел, блин, часа, наверное, полтора. Проклевывается, но проклевывается плохо. Сейчас будем отпускать ее к себе. Потому что такая крупная рыба нам не нужна. Мы такую новую плотвичку. Проклевывается мелкая плотвичка, попадается на удочку. Ловлю на манку, на болтушку. Прям под самым берегом. Кормил подальше, но поклевок много. Что-то как-то не айс. Выдаем новый. Ловлю на нем недавно. Буквально второй выход сюда. Первый раз попал сюда. Часов, наверное, в 12 дня я сюда пришел. С донками. С донкой и с этой. С удочкой, с поплавочной. Просидел, были поклевочки, но ничего не поймал. Постоял, пообщался с местными рыболовами, ловят или на корочку хлеба, или на болтушку. Взял с собой корочку хлеба сегодня и болтушку. Вот на болтушку попадается мелкая плотва,
вся уходит обратно к себе. Освоясь, я ее не беру. Так, чисто ради спортивного интереса, отдохнуть. Интересный водоем, говорят, карась есть. Попробую сюда в следующий раз обязательно вернуться. С донками. Пару доночек, наверное, возьму, поставлю. Может, повезет на карасика. Пока вот так. Попадается небольшая плотвичка. Ну, вся идет домой подрастать. Вот, промазал сейчас я еще раз. Болтушку. Ладно, посмотрим, что дальше будет. Только отвлекся в сторону, вот такая плотвичка попалась на удочку. Убрал камеру в сторону, перестал снимать. И наклюнула. Сыночек. Забыл я полотенчик. К сожалению. Народ отловился, все, собираюсь домой, посидел там буквально 2,5 часика, ловил на поплавочку, насадка болтушка, ну и соответственно по результату. Плотвичка вот такая вот, в принципе, попадалась даже неплохая. Вот. На сковородку набрал, лучше брать не стал.